Погода влияет и на ситуацию на дорогах. Только за прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировано 9 аварий. 3 человека погибли, 13 были травмированы. Итоги минувших 7 дней для Междуреченска – 14 дорожно-транспортных происшествий. 11 октября в 15:23 на улице Комарова в районе завода ТРМЗ водитель Рено Логан наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате мужчина получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в центральную городскую больницу Междуреченска. 13 октября на автодороге от поселка Камешов в сторону города произошло даже транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением, допустил наезд на стоящее дерево. Последующему прокидыванию в кювет. Водитель и пассажир были травмированы и доставлены в городскую больницу. Утром 16 октября пассажир скончался. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные и погодные условия. Любое отклонение от выполнения правил дорожного движения ведет к печальным последствиям.